Завершился молодежный форум «Машук-2017». Из-за погоды церемонию закрытия решено было изменить. Но участники остались довольны и самой атмосферой, и образовательной программой. Сергей Надеин подводил итоги. Предпоследний день работы форума «Машук-2017» стал последним. Форум залило дождем, в палатках все мокро, но это ни капельки не испортило настроение участникам форума. Они собрались в самом большом шатре здесь, на поляне. Здрасте, как настроение у вас? Отлично. Настроение просто замечательное. Правда, жалко, что все это закончилось. Но эмоции просто зашкаливают. Новые знакомства, новые ребята. Позитивная, отличная. Дождь – моя любимая погода, поэтому я больше всех рад. Но не рад тому, что мы уезжаем. Это очень плохо. Ну, немножко грустно. Из-за дождя? То, что уезжаем все сегодня. Потрясающе. Голос сорван, обнимашек максимальное количество. Хочется остаться, но есть рамки. Вот. Но в целом я очень довольна тем, что здесь было. И я хочу сюда вернуться еще. Несмотря на погодные условия, досрочное выселение участников, как и плановые заселения, прошло быстро и без вопросов. К форуму оперативно подъехали автобусы делегации, а те, кто мог уехать на автомобилях, тоже сделали это без проволочек. Словом, все четко, как и все на Машуке, начиная с образовательной программы. Она в этом году претерпела существенные изменения. На выбор было более 100 тренингов проведено на этой смене, на второй. И каждый участник мог выбрать для себя 10 самых интересных, волнующих их для развития личных и профессиональных компетенций своего проекта. На мой взгляд, все, что мы запланировали, нам удалось, и есть еще куда стремиться. Еще одна особенность проекта – VIP-гости. На этот раз не все из них были настолько медийными, как в предыдущие годы, но зато их выступления идеально ложились в концепцию образовательной программы. И каждый из них говорил о необходимости проведения Машука и его полезности для кавказской молодежи. Это тот элемент, который очень полезен для того, чтобы народы понимали. Вот когда, допустим, дети из разных республик общаются друг с другом, они же не будут смотреть, как звери друг на друга. Убить. Слушай, это нормальный человек, да? Чего же я буду хватать там гранату, идти на него, да? Это вот элемент нормальности. Вот это важно здесь, это форум и взаимодействие. Я поддерживаю этот форум. Отдельная история – защита проектов. Их подготовили и защитили более 50 некоммерческих организаций и почти 1000 физических лиц. Результат у всех разный, и тут тоже усматривается большая взаимосвязь с образовательной программой. Были проекты достаточно интересные, ребята приезжают со своими интересными идеями. Очень важно обратить внимание на то, что те ребята, которые воспользовались консультациями экспертов, у них на защите были прям очень хорошо проработанные проекты, идеи оформлены очень здорово. Но, естественно, они получали оценки гораздо выше, чем те ребята, которые недостаточно уделили времени на такой подготовке методической больше к своему проекту. А так, в целом, с каждым годом уровень участников растет, и проекты становятся интереснее, чем были там несколько лет назад до этого. По итогам защиты проектов их авторы могли получить до 240 баллов. Это в случае, если на открытой защите каждый из экспертов поставит в табеле максимально возможные 80 баллов. Это на форуме большая редкость. Средняя оценка 150-180 баллов. Были, конечно, проекты, которые были очень банальные, очень такие же, как и везде. Вот. Но мы дали ребятам рекомендации, что ребятам, которые живут в Северо-Кавказском федеральном округе, у них есть все возможности доделать свои проекты, сделать их уникальными ввиду особенностей регионов. Вот. Но также соглашусь с коллегами, что очень много было проектов и очень классных, хорошо проработанных, и также были проекты, тоже большое количество, которые не доработали ребята. Особое внимание обратить на предмашуки, на работу с экспертами во время защиты, во время проведения мероприятий, ну и работу, конечно, перед мероприятиями, это тоже очень важно. А теперь ответ на главный вопрос. Что на Машуке первично, гранты или дружеское общение? Я считаю, что это очень здорово, что они совместили и образовательную программу, и возможность заиметь столько друзей. А что ты отсюда с форума увезешь? Много полезной информации, хорошее настроение. Приятные воспоминания. Только вот, конечно, дождь испортил его, но, надеюсь, в следующем году
все будет хорошо. Новых друзей, новые знания. Я на Машуке первый раз, поэтому я очень рад, потому что я побывал здесь и стал частью этого большого события. Но главное, что можно сказать по итогам прошедших двух недель, как, собственно, и после каждого Машука, форум удался. Можно сказать, что Машук удался, 2000 человек посетило, 68 регионов, 12 стран. То есть ребята довольны, очень приятно, что в этом году у нас большое обновление состава, почти 70% из общего количества. У нас очень интересно подходят регионы, то есть и федеральная смена, и межрегиональная, и международная. Они, соответственно, первый раз, когда ощутили себя полностью машуковцами, участвовали во всех вечерних мероприятиях, были по тридцаткам распределены, ну и чуть-чуть покатались по экскурсиям. Ну а наши, соответственно, ребята, в этом году были изменения, посетили и танцы на Машуке, и соответственно, голос на Машуке, и мисс и мистер в каждой смене. Мы, соответственно, полностью делали вечерние мероприятия для них. У них была возможность поучаствовать, что очень приятно, что поддерживали все делегации. Ну и, конечно же, я считаю, что удачная защита проектов, большое количество защитилось. Теперь будем ждать результаты от регионов, кто, конечно же, победил по количеству выигранных проектов. До встречи на Машуке 2018. Да, я желаю здесь встретиться с вами на Машуке 2018.